Привет, друзья! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня мы будем открывать сюрприз от Сюрприз Бокс. Я достала мешок какой-то страны. Там что-то есть. Пакетик. И бутылка. И какая-то что-то такое. Надо будет снять. Это бутылка для воды My Body. Но она разбита. Конечно, это очень плохо. Под это ей, наверное, не видно. Крышка вот здесь от чего снимается, и сама крышка черная. Вот ваш подарок, мешочек, и достаем следующий. О, так, смотрите, я достала вот эту коробочку. Открываем, ой. Здесь она, вот видите, грязная, ее надо будет как-то починить. А это держатель для телефона такой. Телефон ставит, и его так ставишь, и можно будет смотреть розового цвета. И вот здесь лайки. То есть ставьте лайки. Очень похоже, как лайки, конечно. Кстати, бутылка играет, это... На голову у меня не полезет, а руку большой. На свете. Новая ваша игрушка. И вот что следующее. Ой, здесь ничего нет, а что-то что мало. И это камера. Ну, вот, давайте ее откроем и посмотрим поближе. Ой, не смешно, а теперь все. Так, все, экраны. Есть. Раз, камера. Вот такая камера. И еще одна, которая цепится, видите? Только здесь уже черная меньше разложится. Пятик, мы... Камера ему интереснее. И здесь вот такой черный мешок. И там никаких подарочков нет. И он потянулся за большой. Я маленькую сюда спрячу. И большая пусть усечка останется. Это мешочек. Вот. А, о, все. Складывалась сюда. И мешочек я положу в сторону, чтобы он не открыл и не достал. И давайте посмотрим, что там следующее. О, большой. И это что-то интересное. Вот здесь уже ножницы нужны. Или нет? Смотрите,
Смотри, что за цены. Картонка. Открываем. Вау. Здесь красный провод. И какая-то вещь. Здесь коробочка пустая. И открываем. Здесь как-то надо... В общем, это такие наушники. Но здесь как-то надо то ли вставить, то ли обесцовывать. О, получилось. Тяжело вставлять. Все! И это наушники новые. Для меня. Вот такие вот классные розовые наушники. Вот здесь даже сайт указан. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. И напиши в комментариях, какая тебе вещь больше понравилась. Поставь для телефона. Наушники. Бутылка и мешок. Или же для телефона. Всем пока.